Всем привет, друзья, Алекс Ибо на связи. У нас сегодня следующий стрим. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас сегодня сложилось. Вот у нас снова поездочка. Поставил камеру на машину. И у нас поездка. Так, если кто-то подсоединился, меня должно быть слышно. Но если кто-то подтвердите, что у нас слышно. На прошлом стриме у нас были зависания, но вот я смотрю, сегодня у меня все очень показывает очень хорошее соединение. Поэтому я рассчитываю, что будет хорошая связь. Вот видите, мы остановились, чтобы заправиться. Все так же дорогой дизель. Ждем, когда что-то поменяется. Ну, сейчас. Давайте, что я хотел. Давайте я вам немножко поделюсь различными, может быть, новостями. Да, просто давайте рассмотрим некоторые, я думаю. Давайте я вам заодно и сам почитаем какую-то информацию про Филиппины, заодно будет полезное. Давайте мы посмотрим, перейдем на... Давайте откроем. Просто откроем информацию про Филиппин, посмотрим. Посмотрим карту. Вот карта Филиппин. Вот. Остров Бохол. Мы здесь. Давайте мы сделаем так, чтобы вы также могли видеть, как идет. Поставим, соединим эти карты. Ну, хорошо, давайте мы посмотрим, что у нас, что мы можем сегодня с пользой провести время. Давайте посмотрим на историю Филиппин. Я думаю, что я вам даже посмотрим, что у нас Филиппины. Вот у нас Филиппины. Кто хочет, может смотреть на камеру, а я заодно, чтобы как бы и польза была, Филиппины, Республика Филиппин, чтобы мы узнали какую-то и полезную информацию, не просто смотрели на дорогу. Вот, посмотрите, интересно пишут, занимает 30-е место в мире по численности населения, 72-е по территории. Ну, хороший прирост, 2% в год населения. Столица Манилы, между прочим, крупнейший город Кесон-Сити. Обычно, если спрашиваешь, какой там крупнейший город, все думают, что Манила. Ну, ничего. Официальные языки, ничего подобного. Официальные языки английский, филиппинский, тагальский. Ну, это мы знали. Унитарное государство. Кстати, заодно и посмотрим, что такое унитарное государство. Форма государственного устройства, при которой государство не имеет в своем составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами суверенности. Ну, то есть, как бы, ни империя, ни какое-то, где там, автономные какие-то государства. Президентская республика, это мы знаем, это означает, что президент имеет очень много власти. Вот. Католицизм. Индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Объем ВВП 310 миллиардов долларов США. Ну вот заодно я и тоже буду узнавать. 310 миллиардов долларов ВВП за 16-й год. Ну, сейчас, наверное, больше. Но на душу населения, конечно, очень слабенько. Если это вы видите, 2978 долларов США на душу населения. Ну, прямо скажем, это... Прямо скажем, это слабо. Вот.
Что у нас еще? Филиппинская. $3000 на душу населения. Ну, вот такое вот, да, много бедных, в общем-то. Мы это знали, мы большое население. Очень большая, что я могу сказать по своему опыту, большая, как бы такое разделение. Вот есть очень богатые, то есть очень много реально машин, крутых машин, таких больших. Ну, в общем-то, я бы все такие бы не покупал, но и много бедных. Так, независимость страны от Испании, в составе которой Филиппины находились в течение 1521 до 1898 года, то есть до конца 19 века, примерно 400, сколько, 70 лет, правильно? Нет, 370 лет по Испании. Была провозглашена 12 июня 1898 года, после чего, в соответствии с Парижским мирным договором, острова стали частью США. В 1898 году, это у нас была, это я уже знаю, была война США и Испании, и они стали частью США, полную независимость от которой получили 4 июля 1946 года. Так, география вот у нас, ну, в общем-то, понятно, в общем-то, более чем 7 тысяч, смотрите, тоже можно почерпнуть интересные данные. Самые крупные 7100 островов принадлежат Филиппинам. Но самые крупные это Лусон, Минданао, Самар, Паная, Палаван, Негрос, Миндора, Лейте, Бахол, Сибу. Кстати, видите, переводится, ну, транскрибируется как Бахоль, то есть мягкий L, но здесь всегда мягкий. Так, протяженность 2000 километров, так, с севера на юг, и 900 километров с запада по горизонтали. Так, на востоке Филиппинское море. Вот, интересно, самая северная точка Филиппинских островов – остров Батанес. Вот он где-то наверху, давайте мы его посмотрим, здесь остров Батанес, давайте мы его здесь найдем. На карте где-то здесь Бабуян, Батанис, даже что-то я не очень-то, вот это уже Тайвань появился, Батанис, вот у нас, видите, острова. Так что кто хочет, видите, где они находятся, достаточно далеко, вот они вот здесь, достаточно далеко на север, ну, практически между уже Тайванем и, видите, прямо наполовину, тут чуть-чуть до Тайваня, здесь уже, в общем-то, грубо говоря, рукой подать, вот. Давайте посмотрим дальше, какую-то полезную информацию познакомлю вас, ну, и сам заодно узнаю. Общая площадь островов 299 тысяч квадратных километров. Рельеф. Вот смотрите, интересно, да, вот рельеф островов составляет главным образом горы, да, вот это интересно, вот так вот никогда бы не подумал, вот пока бы не почитал это. Вроде бы Филиппины, вроде бы там пляжи, да, а нет. Нет, это не пляжи. Филиппины – это горы на самом деле. Так что, чтобы вы знали, Филиппины – это в первую очередь горы. Вот, так что, ну, видите, я даже сам узнаю новую информацию. Ну, приятно. Так что вот, наверное, давайте мы так и продолжим, чтобы с пользой проводить. Так, горы, оказывается, рельеф островов горы, самая высокая из которых вулкан Апо, 2954, то есть почти 3 километра, расположен на острове Минданао. Ну вот я даже этого и не знал, давайте мы попробуем найти эту, вулкан Апо. Давайте потом, где у нас здесь Минданао, Минданао я знаю, вулкан, давайте посмотрим, сейчас мы его отдельно раскроем. Вулкан Апо. Сейчас мы его и зафиксируем.
Остров Минданао. Где он расположен? Вот у нас, где он расположен. Вот, у нас он расположен где-то на юге, Минданао. Вот я вижу здесь Апо. Сейчас мы его найдем на обычной большой карте. Где-то вот здесь он должен быть. Где-то вот здесь Давао. Секундочку. Но не совсем так на юге. Ну да, в общем-то. А, подавайте мы его так зафиксируем, просто чтобы знать. Вот где вулкан. Ага. Кадапава. Вот он. Все, сейчас мы его поймаем. И здесь это где-то вот здесь, короче. Вот датчик, кстати, мы. Вот, я думаю, что вот мы его и нашли. Вот где-то вот здесь он должен быть. Вот горы у нас, да. Ну хорошо, интересно. 3 километра, 3 километра. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, что еще мы можем интересного узнать. Горные хребты есть у нас, глубоководные желоба, да. Климат, давайте узнаем климат, как это все произносится. Я-то знаю климат тот, как он в реальности, а давайте посмотрим, как он называется. Тропический морской климат, жаркий и влажный, абсолютно верно. Мы это знаем, и жаркий, и влажный, совершенно. Да, всем привет, Алекс, привет, привет из Турции, приветствую вас. Всех приветствуем. Климат жаркий и влажный. Год разделяется. И вот меня спрашивают часто, в общем-то, какие здесь там, где жарко, где дожди. Год разделяется здесь на три периода. Тагинит и тагараф. Жаркая сухая пора лета, которая длится с марта по май. Давайте, только это очень короткое, правильно? Март. Апрель, вот, в общем-то, 3 месяца. И Тагулан у нас период дождей, который длится с июня по ноябрь. Ну, подтверждаю. Ну, честно говоря, вот июнь, июль, дождики такие, а вот в основном реальные дожди, которые вот как здесь бывают такие дожди, ну, не сильные, но могут неделю идти, 3 дня, 4 дня, вот постоянный дождь. Ну, но не сильный, не надо беспокоиться, так как то, что называется моросит. С июня по ноябрь и тагломит, холодная сухая пора. Вот это то, когда именно сезон. Вот туристы любят приезжать как раз в тагломиг. Холодная сухая пора, которая длится с декабря по февраль. Ну, реально, я думаю, она длится по март, если так уже просто. Февраль, март, апрель. Вот, ну вот сейчас все еще, в общем-то, я еще считаю, здесь такая сухая пора. Тут, хотя, может быть, дождь сейчас, вот сейчас идет дождь, ну раз в неделю, так скажем. То есть для меня это сухая пора. Так. Давайте мы посмотрим на. Ладно, давайте почитаем. Все равно интересно. С мая по октябрь здесь царит юго-западный муссон, который называется Хагабад. С ноября по апрель царит Амиханд, северно-восточный сухой муссон. Ну, слышал такое. Температура обычно варьируется с 21 до 32 градусов. Однако она может и выходить за эти пределы на короткое время. Самым холодным месяцем здесь является январь, самым жарким май. Ну, видите, оказывается, май самый жаркий. Вот я бы так бы, честно говоря, не сказал. Вот по моему опыту, вот реально жаркий месяц это июнь, июль, где-то что-то такое все-таки. Но, видите, написано май. Ну, вполне возможно, вполне возможно. Возможно, он просто еще не такой влажный. А в июне, когда дожди, там реально, ну, влажность. То есть он переносится как тяжелее, что ли.
Средняя годовая температура 26 градусов, 26,6. Температура не очень сильно варьируется в зависимости от местности. Ну вот, знаете, что Багио, есть такое гористое местность, давайте мы вам заодно и покажем. Вот это надо отправиться на север. Кстати, тоже посмотрю, где здесь Багио. Давайте мы посмотрим. Багио Роуд. Где у нас Багио? Вот. Вот Багио. Ну, некоторые любят, потому что говорят, я не был там. Вот, видите, Багио. Я не был там. С удовольствием, в общем-то, поеду. Очень близко к Маниле, между прочим, правильно? Ну, не так, не так. Вот здесь Манила. Здесь Манила, здесь Багио. Вот. Ну, видите, горы здесь и, в общем-то, ну, честно говоря, есть такая у меня мечта поехать в Багио, но вот еще не доехал. Говорят, здесь такой сухой, холодный климат, но холодный в хорошем смысле, что может и до 10 градусов опускаться, гористая местность и, в общем-то, хорошие были отзывы, так что, в общем-то, ну, я бы, конечно, бы поехал вот немножко, может быть, попозже, когда с ребенком уже не понадобится, ну, с ребенком не понадобится столько сидеть. Ладно, обратимся. Вот, видите, как раз про Багио написано. Средняя годовая температура в Багио, которая находится на высоте 1500 метров на уровне моря, 13, примерно 18. Ну, это очень даже и комфортно, я бы сказал, температура такая, 18,3 градуса, что делает это место очень популярным. Ну, то есть это реальный такой хороший, я думаю, что это на уровне Южной Европы. Вот хороший такой климат. То есть, в общем-то, да, такое интересное, интересное, видите. Видите, узнаешь много интересного. С июля по октябрь здесь идут дожди из-за присутствия здесь в это время пояса тайфунов. Да, это мы знаем, по октябрь, но я бы сказал, что и по ноябрь. Потому что тайфуны, в общем-то, и по ноябрь идут. Ну, честно говоря, с июля, ну, я бы сказал бы сентябрь, октябрь, ноябрь, вот эти месяцы, когда реально тайфуны. Так, количество годовых осадков варьируется от 5000 миллиметров в год для открытой местности, как, например, восточное побережье, то до 1000 миллиметров в год для покрытых растительным долин. Видите, на побережье больше осадков в 5 раз. Это же интересно. 5000 и 1000, да, в год на покрытых растительностью долина. Вот в долинах в 5 раз меньше осадков, то есть больше, более сухой климат. Самый влажный циклон в архипелаге был в июле 1911 года, когда за один день здесь выпало 1168 миллиметров. То есть это, представляете, это больше полтора метра осадков. Вот, ну это, наверное, просто здесь выпадает, ну, меньше намного регулярно, и уже идут эти там наводнения, люди просто наводнения там и погибают реально. Вот. Багио, период тропического циклона на Филиппинах. На северные районы страны он соответствует моим восприятиям. На северные районы страны часто обрушиваются тайфуны, возможно, цунами. Именно на северные, вот там, где мы живем, в общем-то, тайфунов нету. Но вот, грубо говоря, вот я за свои, сколько лет уже, 6-7 лет, я, то, что, вот в моей местности было два тайфуна. Было, в общем-то, два тайфуна. Вот. Было два тайфуна. И вот недавний один, в 2014 году один тайфун. Ну, слабенький, честно говоря, так просто в основном было этого дожди, да, а вот последний, который, ну, это вот
как по мне, так реально серьезный. То есть, вот вы знаете, да, что у нас электричества не было 1,5 месяца, 2. Вот, ну, то есть реально. Ну, вот видите, давайте я уже глянул здесь, пишут, привет из Турции. Так. Так. Климат райский. Ну, можно сказать райский, но все-таки вы должны понимать, что достаточно влажный. Вот если вот уже тогда идти придираться, вот, ну, смотрите, это зависит от того, какой стиль жизни вы ведете. Если вы целый день, так сказать, ходите, да, ну, если вы какое-то время значительное находитесь дома, но вам кондиционер поставили и все. Но кондиционер здесь реально здесь необходим. Хотя вот много, реально можно и жить без кондиционера. Вот если вот честно, хорошее теневое такое закрытие во дворе. Сейчас есть специальные такие покрытия, которые пропускают дождь, но не пропускают свет. Ну, они говорят 90-70%. Такое закрываешь и, в общем-то, немножко ветерок. Вот видите, мы ездим, едем по дороге, видите, у нас остров плоский, да, ну только несколько возвышенностей, да, поэтому если кто-то вот не особо переносит жару, ну, скажем так, жару с влажностью, ну что это, ну, некоторые, наверное, не будут переносить, то лучше тогда в горы. Ну, видите, слава богу, что мы узнали здесь, что гор здесь достаточно. Гор здесь, оказывается, это гористая страна. Вот никогда не думал вот так, что Филиппины это гористая страна именно. То есть, оказывается, да, гористая страна. Гористая. Ладно. Давайте еще раз. Багио, багио, багио. Ну, багио тоже известная вещь. Известная вещь, где туристы любят приезжать. Вот здесь множество значков. Это там, где я сейчас нахожусь. Вот здесь у нас. Так, Белоран, Бохол. Ну, а разговариваем мы сейчас про. Ну, горы здесь везде. Везде горы есть. Ну, где повыше, где пониже. Ладно, интересно. Тайфуны. Тайфуны, согласен. Тайфуны идут в основном по северу. Сейчас я вам их покажу. Тайфуны идут в основном по северу, то есть где-то в среднем тайфуны проходят вот таким образом. Вот так они идут вот отсюда и вот так они идут, где-то тайфуны, вот. Ну, как правило, вот можете здесь, ну, тайфуны здесь, в общем-то, тоже достаточно частое явление, может быть, раз в 2 месяца, 3 месяца, за год, я думаю, 5 тайфунов. 5 тайфунов есть. Вот, ну, фронт идет, в общем-то, на таком северной, поэтому, конечно, всяких наводнений здесь больше. Мы вот живем вот здесь, поэтому реально вот до этого места доходят только уже, только дожди. Только дожди. Ну и Давао тоже вот люди. Многие туристы любят Давао. Едят там хорошие тоже там. Ну, смотрите, как по мне, все здесь места, в общем-то, хороши. Все места хороши. Ну, наверное, имеет смысл вот такой горы или берег моря такой вот, если, в общем-то, выбирать. То есть мне нравится все-таки недалеко от моря. Почему? Потому что лично вот такое, что мне нравится там ходить по пляжу, да, вот я хожу и, в общем-то, мне приятно. То есть в горах тоже можно ходить, но там надо какие-то тропинки. Ну, другое, все по-другому. Ладно, давайте почитаем дальше. Растительный и животный мир. Около половины территории Филиппин покрыта влажными тропическими лесами, в которых преобладают пальмы, каучуконосы, баньяна, питон, маяпис, лауан. Часто встречается бамбук. Бамбук очень много, реально часто и реально как деревья. Вот бамбук вырастает, ну, в диаметре 20 сантиметров запросто. То есть такое как деревья. Деревья, давайте и бамбук увидим заодно, видите, бамбук.
Бамбук. Он используется как украшение и, ну, не украшение, но там как бы такой, да, как такое, декоративные цветы, но у него основная вещь это его это строительный материал. То есть из него строят, ну, дома, все строят просто из бамбука, лодки, знаете, вот эти три балансировки слева и справа, вот это делается бамбук. Ну, из него можно все строить. Так что бамбук, я так понимаю, что он растет быстро, и из него можно все построить. Видите, на высоте 1200 метров на уровне моря произрастают кустарники, находятся луга. Ну, вот видите, тоже как интересно. Обычно Филиппины, но деревья ассоциируются, такие деревья, да, луга. Среди животных, обитающих на Филиппинских островах, чаще других встречают чего? Олень? Вот видите, оказывается, тут ни разу не слышал, но оказывается олень. Ладно, мангуст. Смотрим на мангуста. Ну, не видел, честно говоря. Дикий кабан. Тоже не видел. Ну, это, наверное, в горах. Вот, видите, ну, смотрите, как интересно, что оказывается олень. То есть, вот не знал, надо спросить Раслин. Жаль, ее сейчас нету. А вот я бы ее спросил, олень там бывает? Бывает ли олени? То есть что-то я не очень знаю. Не думаю, что она знает, и бывает ли там олени. Но... Так, меня уже здесь спрашивают, будет ли ребенок. Ребята, уже есть ребенок. Вопрос только там. Да, ребенок есть, там уже как второй, третий, это уже будем смотреть. Для фауны страны характерно большое разнообразие видов птиц и рептилий. Ну, заодно давайте посмотрим на рептилии. Там, да, змеи здесь, видите, черепахи, крокодилы, змеи, вот, ящерицы, все это рептилии. Ну, да, это такое подтверждаю, что этого здесь. Поэтому здесь важно косить траву достаточно, но здесь не косят, подрезают траву, потому что, чтобы змеи, вот мне очень часто Раслин, я выхожу вечером на улицу, ну, на дорожку, да, здесь там где-то трава стала уже высокой, Раслин говорит аккуратно, аккуратно, чтобы там змея не... У нас была небольшая змейка, ну, а то есть там 20 сантиметров змейка заползла, но не к нам, а на дорожку, и наш кот там ее там побил хорошо, там, в общем-то, ну, хорошо с ней расправился. Вот, в прибрежных водах водится много видов рыб и моллюсков. Вот, моллюски здесь, конечно, это самое то, потому что местные постоянно их собирают и едят. Вот, кстати, я планирую на днях отправиться на подводную охоту. Ну, правда, ночная. То есть мне сказали, я ни разу не был, но вот я думаю, интересно, пришло время попробовать, то есть, в общем-то, поохотиться. Ну, постепенно там сначала поплаваю, потом поохочусь. Такое подводное ружье и так далее, посмотрим. Среди моллюсков особенно примечательны жемчужницы. Моллюски способны образовывать жемчуг. Вот жемчуг здесь прямо продается. Продается прямо на пляжах. Местные прямо продают вам. Очень дешевый. Как по мне, очень дешевый жемчуг. Конечно, ну, смотрите, многие говорят, это не настоящий, но вот я почитал, как отличить настоящее от искусственного, но по мне это настоящие, потому что, ну, там надо их потереть, и там их чувствуется. Вот искусственный жемчуг, он есть, ну, сделанный как подделка, он скользит друг по другу. А вот это, то, что продаются на пляже, то он как бы застревает. Так что, как по мне, это настоящий жемчуг. Ну, так как его здесь много, честно говоря, он прямо не является чем-то таким, что как ценится, вот как бы. Что так уж прямо как бы ценится, что вот этот жемчуг, там все такое, там.
Вот меня спрашивают, жена подчиняется вам или у вас равенство? Ну, смотрите, я не сторонник какого-то равенства, я не очень понимаю, как это реально, это реализовываться. То есть там, где моя жена говорит, что-то нужно сделать по поводу ребенка, я ее слушаюсь, да. Ну, а в остальных моментах, то есть я ей говорю, она это делает, в общем-то, так, естественно, я... Не злоупотребляю этими вещами, как бы не, ну, ну не, это, понимаете, здесь действительно это является нормой здесь жизни, только, в общем-то. Вот. Я много раз слышал мнение, что здесь, в общем-то, женщина глава семьи. Что-то я прямо вот, чтобы сказать, что я это встречал, прямо это не встречал. Я знаю несколько пару, например, где... Но филиппинка, она всем командует. Я знаю эту такую пару. Не буду говорить, но специально, чтобы детали не говорить, но я знаю, что оно такое есть. Но это в этой паре, насколько я понял, это происходит естественным путем. Она просто такая вот активная, а он вот такой неактивный. И все. То есть это как бы... То есть это, я думаю, правильно для них. То есть, в общем-то... Вот, но это не мешает ей уважительно очень относиться к своему мужу и так далее. Вот, поэтому равенство нет. Здесь вообще это равенство, это идея, которая привнесена, ну, она ни на чем не основана. То есть не может быть равенство такое. Это кто-то лучше разбирается в какой-то области, кто-то хуже. В общем-то, ну, в общем-то, мужчина здесь это глава семьи, и это... Уважение к мужчине, это такое, в общем-то, я уже рассказывал, вот Раслин, у нас дочь, и вот она ее уже приучает уважать мужчину, ну, меня в данном случае, она говорит, вот, ну, там образ, да, ну, берет, говорит, там, скажи папе спокойной ночи, то есть, в общем-то, там дочка еще, конечно, мало что понимает, но вот, вот эта вещь, это чувствуется, да, поэтому есть, мы не наз... я бы не назвал это равенством, но с другой стороны, это можно и видеть и как и равенство, в том смысле, что ну, а чем не равенство? Ну, равенство это же не означает, что один командир, а другой подчиненный, правильно? Просто есть моменты, где, в общем-то, мне супруга дает хорошие советы. Ну, в общем-то, в семье, конечно же, как бы окончательное слово, в общем-то, за мужем окончательное. То если муж такой ленивый, то он может это и так отдать бразды правления. Так, ладно, государственное устройство и политика. Давайте мне это пока не особо интересно. Давайте посмотрим. Международные отношения тоже. Армия. Ну, есть армия, знаем, да-да. Давайте посмотрим еще, что мы можем интересно. О, да, это испанский период, 1521 год. 1521 испанская экспедиция во главе с Фернаном Магелланом высаживается на Филиппинах. Давайте мы и покажем вам вот этого Магеллана. Я заодно его и посмотрел. Ну, вот такой вот Магеллан высаживается, да. 1565 год, 8 апреля, испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи. Легаспи очень известное слово здесь. В сопровождении 400 вооруженных солдат прибыл на остров и основал Сан-Мигель, первое испанское поселение. Интересно, где же этот остров Сан-Мигель? Смотрите, Сан-Мигель это крупнейший... так это же Сибу, это же рядом, вот оно где было, видите, Сан-Мигель это то, что сейчас Сибу. Сибу это старейший город на Филиппинах, представляете? Крупнейший город одноименной агломерации, расположен на восточном берегу острова Сибу, давайте я вам покажу. Напротив острова Мактан, крупный порт, население 866 тысяч жителей, 2010 год, честно говоря, я думал, что больше. А вот, я все понял, в чем идея, потому что там на самом деле много островов. Давайте я вам покажу. Вот это там, где, откуда я сейчас веду трансляцию.
Вот здесь мы находимся. И мы берем отсюда, вы знаете, уже часто паром. И вот сюда мы приплываем. Вот это Сибу. Вот он Сибу. Но на самом деле Сибу это очень маленькая часть. Вот где-то вот это только Сибу. Потому что здесь другие города, которые вот впритык друг к другу. Но вместе они, я думаю, там 2 миллиона точно населения не будет там. Ну, а сам Сибу, конечно же, вот такой, он, в общем-то, и маленький. Остров Мактан, вот здесь. Ну, кстати, очень близко, то есть паромы идут из Тагбиларана, где мы находимся, вот так, 2 часа, а можно напрямую вот сюда приплыть за 1 час и здесь уже вот так доехать, что мы иногда так и делаем. Вот интересно, видите, Сан-Мигель оказался. Смотрите, интересно. Давайте посмотрим, нет ли. Видите, пишут, что в Африке животные мимо не пробежит, сожрут. Ну, что здесь едят? Змей едят. Прямо скажу, змей могут, змею как бы съедят, это точно. Змею съедят. Ну, не съедят, убьют точно. Съедят, где-то я слышал, что едят. Вот эти ящерицы большие, по-моему, игуаны, как-то они называются, их едят. И вот мне Раслин говорила, что вкусное мясо. Ну, кабаны, я не знаю, как там едят диких кабанов, то есть много, очень хорошее развито выращивание свиней, здесь это такое, в общем-то, ну, как бы многие выращивают, они любят свинину, здесь считается таким по праздникам, то есть хорошим таким мясом, все очень любят, ну, нет, нельзя сказать, что по праздникам, беру слова обратно, просто свинина считается лучше курицы, вот, Раслин приехала. А, вот, и свинину едят с уважением, так сказать, свинина это вот такая супер-супер, то есть, в общем-то, поросенки, помните, у нас вот, когда крещение было ребенка, у нас был поросенок, я снимал, был видео, кстати, я сейчас думаю, а опубликовал ли я то видео, Ладно, про крещение я опубликовал, а после этого мы еще были... ели поросенка, и я вот уже даже и не помню. Ладно, проверим. Так, давайте посмотрим у нас. Филиппины от имени короля испанского Филиппа II. А, вот. Испанцы в 1760 году, жестокой битвы, Манилу захватили колониальные войска Великобритании. В 19 веке появилась прослойка. Ну и потом оно перешло к Америке, к Соединенным Штатам. Была Филиппинская революция, руководимая обществом 3К. Различные. Вот американский период 1898-1946. Сколько? 48 лет. В результате испано-американской войны там Испания очень много что потеряла. Она потеряла Кубу, вот Куба, Гуам, наверное, испанская, да, Пуэрто-Рико и вот и Филиппины. Филиппины потеряла, да. Ну вот тогда Филиппины стали частью Соединенных Штатов и, в общем-то, я думаю, очень хорошее время, потому что хорошо развивались. И независимые. В 1946 году стали независимым. Да. Волнение там, вот это самое, желтая революция. Там они, короче, появились. Ну, сейчас все очень такое спокойное. Как-то они там после отсоединения от Америки, они там понервничали. Ну и сейчас, в общем-то, вот у нас выборы, кстати, завтра. Выборы завтра. Будут новый президент.
Тайфу, там 5 кандидатов, что-то такое. Там есть даже боксер Маню, как-то Мани, уже забыл его имя. Вот, есть боксер. Ну, посмотрим, как оно, как посмотрим, как там выберу там. Раз ли пойдет голосовать? Ну, хорошо, хорошо. Ладно, давайте посмотрим, что еще мы интересное можем. Экономика Филиппин находится на 33-м месте. 310 миллиардов долларов, мы уже говорили. Безработица достаточно низкая, 6%. Странно. Вообще-то, как бы, вроде бы как много безработных. Но, оказывается. Так. Наука и техника, культуры. Так. Кухня. Вот давайте мы кухню посмотрим, филиппинскую. Сейчас где-то у меня там есть кухня филиппинская. А, кстати, я хочу вам показать тоже такая достопримечательность на Филиппинах. Есть где остров, внутри него озеро, внутри озера еще один остров, а внутри того острова еще одно озеро. Вот есть такая вещь, вы, наверное, могли встречаться. Я, честно говоря, давно думал, где же это, где же это? Сейчас я вот я посмотрю, оно представляет как раз на Лузон, не как раз, а Лузон, остров Лузон. Вот просто, чтобы знали. Мы тоже будем говорить, потому что я как раз хочу о нем немного рассказать, про остров Лузон. Вот он, остров Лузон, вот он, вот так, вот так вот. Не знаю, где он здесь заканчивается, наверное, вот это все, остров Лузон. Вот. Ну и сейчас я вам покажу, потому что я сам только вот сейчас на этом стриме увидел это. Вот видите, остров Лузон, Манила. И вот здесь есть у нас озеро. Вот видите, вот это озеро. Вот оно озеро, внутри которого еще один остров. Правильно? Внутри которого еще один остров. А внутри этого острова еще одно озеро. Как вы можете видеть. Правильно? Такая весь. Вот оно, еще одно озеро. А внутри этого озера еще один остров. Вот такое вложение. Видите, вот еще один остров. Вот. При том, что это как-то удивительно. Как-то вот это озеро большое. Оно в вулкане находится, а внутри этого еще один вулкан. Вот как раз вулкан Тааль. Вот помните, было извержение. Вот он, видите, как. Вот, кстати, можно посмотреть на этом. Давайте мы даже посмотрим, что мы можем увидеть. Давайте мы посмотрим всякие фотки. Вот как выглядит это озеро. А, вот видите, озеро, внутри него остров, а потом еще один. Ну, наверное, интересно поехать. Вот видите, люди живут. Ну, здесь везде живут. Вот как это выглядит. Туристы, да, классно. Вот вид достаточно похожий, вот как мы здесь у себя на острове заезжаем в горы. Такой же вот, в общем-то, ну, класс. Виды классные, вот если так поехать. Вот видите, горы, все-таки север. Вот, такое вот есть здесь такая, ну, в каком-то смысле удивительное, правильно, что остров, внутри него, так как там будет, океан, внутри него остров, внутри острова озеро, внутри озера остров, и внутри этого острова еще одно озеро, а там еще один остров. Ну, короче, можно запутаться. Но вот, если что, знайте, что вот такая вещь, потому что иногда вот так оно прикольно, прикольно, вот оно вкладывается, видите, еще один остров. Вулкан Пойнт. Вот это как раз тоже какой-то вулкан. Как бы вулкан в вулкане или что это такое? Ладно. Ну хорошо, хорошо. В общем-то, видите, даже интересные такие. Кухня. Давайте посмотрим на кухню. А вот у меня есть кухня.
Вот филиппинская кухня. Ну, многие, честно говоря, многие жалуются. В общем-то, говорят, не такая вкусная, как в Таиланде. Защищать не буду, потому что мне, в общем-то, как по мне, полностью подходит. Но для полноты картины я, в общем-то, говорю, что есть что и людям. Ну, люди ворчат все равно, то есть не нравится. Просто поворчать любят, наверное, в общем-то. Ну, вот такое, много жареного, жирного, то есть, в общем-то. Вот. Ну, как по мне, вкусно. Вот. Как по мне, вот шашлыки очень любят, вот они такие, все такое. Везде здесь вечером проезжаешь, и здесь вот там. А вот и поросенки наши, видите? Вот они. Вот и поросенки. Вот видите, такие. Вот так их на бамбук, что ли, вот так. И их прожаривают. Ну, смотрится очень красиво, прямо скажу. Смотрится красиво. Такая вот кухня на Филиппинах. Как по мне, нормально. Ну, немножко, наверное, упрощенная такая, не столь изысканная. Я могу, хотя вот вечером всему, вот до пандемии, так там ходишь, вот помните, мы даже видео делали, и там прямо, мы тогда еще с Андреем туда ездили, и там просто очень много еды. Как по мне, все очень вкусно и все очень классно. Ну, может быть, такой, то, что называется стритфуд. То, что называется стритфуд. Вот такая у нас кухня. Познакомились заодно. Ну и я там какую-то информацию узнал. Давайте посмотрим, что пишут. Что пишут? Филиппинская кухня развивалась на протяжении нескольких столетий, вобрав в себя элементы азиатских, малайско-полинезийской, китайской и, в частности, кухонь Испании и Америки. Ну, вот кухня Испании и Америки. Видите? Что у нас по кухне? Вот у нас кухня Америки. Адаптировал их к местным ингредиентам. Так сформировалось национальные филиппинские блюда. Блюда варьируются от очень простых, как, например, жареная рыба. Совершенно верно. С рисом. Ну, такое вот, в общем-то, типичная небогатая семья. Это типичное, что вот они едят. До довольно сложных, таких как паэлья. Давайте я сам посмотрю, что такое паэлья. Видите, там я понимаю, что национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенное шафраном. Вот, и добавлением оливкового масла. Ну, вот интересно. Здесь нету коцидос, которого я не знаю, и который готовить на фиесту. Ну, фиеста – это традиционный народный праздник, проводимый в странах Латинской Америки и Испании. Ну и на Филиппинах. Фиеста здесь вообще каждый барангай, он имеет свою фиесту раз в году. Ну и там все выходят, все ходят друг к другу в гости и кушают целый день. Ну и, в общем, веселятся, пьют, но не напиваются. То есть пьяных, честно говоря, не видел. Популярными блюдами является личон, но это жареное мясо, адоба. Вот видите, вот это адоба. Синиган, кари-кари, такая вещь, слышал. Ну, мало фотографий здесь. Используются филиппинские каламандин, кокос, исаба, манго используется, видите, рыбный соус. А вот, видите, филиппинцы предпочитают, как правило, стойкие ароматы, но кухня не столь пряная, как у их соседей. Ну, я думаю, имеется в виду Таиланд. Действительно, она не столь, вот всякие там супер-супер всякие запахи. Не едят палочками, видите? Ну да. Используют западные столовые приборы или руками. Вот я как-то постепенно перешел здесь полностью на руками ест. Рис – основной продукт питания. Традиционный способ еды. А вот видите, так и написано. То есть все совпадает. Традиционный способ еды руками, известный как камаян. Используется чистая правая рука, которая пишется, подносится ко рту. Вы можете увидеть, кто здесь, что когда в общественных местах люди берут такой пакетик целлофановый, полиэтиленовый на руку, и вот так этим пакетиком едят.
Ранее он был распространен в сельской местности, однако из-за большого количества филиппинских ресторанов, которые вели камаян, он быстро стал популярным. Абсолютно верно, полностью подтверждаю. По этой же причине стал популярным способ принятия пищи под названием буддлфайт. О, вот это буддлфайт, это когда, я вам сейчас скажу, потому что раз он так очень любит, это когда много-много и много еды, один стол посредине, и все просто едят это вот так со всех сторон, вот, который популярен в армии. При таком способе принятия пищи еда размещается на банановых листьях, с одного листа сразу едят несколько человек. Ну и такое есть вот буддлфайт, это они вот любят такое. Ну это когда много человек, праздники, там реюнион такой, знаете, когда семья, здесь семьи большие, ну мы подойдем к семьям. Семьи большие там встречаются, и вот они вот на столе очень много чего ставится, то есть, в общем-то, такой много еды на банановых листьях. Ладно, ладно. Ну да, в общем-то, совпадает. Вот. Ну хорошо, видите, интересно, так даже вот почитал и заодно и пользу получил. Ладно, я думаю, друзья, достаточно нам на сегодня. Будет, скорее всего, если ничего не поменяется, следующий стрим через недельку. Ну, пока что все, всем привет, спасибо всем, там, всех там, в общем-то, приветствую, сегодня людей мало, ну, я думаю, праздники, понятно, так что, в общем-то, ну, мы будем отдыхать в воскресенье, всех вам благ, всех благ, всем добрым людям, всем счастливо.